Патрончики. А, нет, это... Я не знаю, что это. Забыл, как переводится. Так. Так, так, у нас здесь... пусто. Надо все проверить. Чтоб все было... Чтобы ничего не пропустили. Так, все. И можно продолжить. Так, так, так. И мы все ниже, и все ниже. Там ничего нет, но я надеюсь, я ничего не пропустил. Вот тут вот сейчас будет интересно. Ё-моё. Одним ударом, причем рукой. Все что ли? Ой, блевотины какие-то вылезли. Баночка. 300 лежит, оказывается. 300 баночек. Очков, точнее. Так, а это уже что-то интересненькое. Кстати говоря, мы же прокачали дробовичок. А, значит, еще один поместится. Патронов нам знатно дают. Ну, уже некуда. Фу. Если бы это была та бомба, я бы... Скорее всего, слился. Ну, не слился, но... Отхватил. И как туда эта банка поместилась? 60 деталей. Вот сроду такого не было. Вот посмотрите, что у нас там по арбалету. Надо все перезарядить. Так. А, ну вот смотрите, у нас крио-болтов нет. Поэтому стоит сделать. Офигеть, у нее цена. Гарпун. Ха! Дешевый, однако. Ладно, пока поэкономим. В принципе, давайте ж... пистолетом побегаем. Еще аптечка. Граната. Так, гранаты. 5 штук. Офигеть. Шприцы надо качать. А, нет, спички. Ну, я надеюсь, тут все. А, вот пропустил. Да, тут, в принципе, ничего нет. Ладно, не будем задерживаться. Так, я без билета. Ничего? Да не, вроде ничего. А, ключ у нас один. Есть смысл. Ё-моё. А, там кто-то идет. Да что же они? Ха!
патрон не тратим. Что-то там удерживать можно было. А, это надо подобрать на одну. 1000 тут запрятали. Спичка уже просто не влазит. Так, тут все. А, тут газетка на толчке осталась. Тут не дочитал. Кто-то... Блин! Я случайно нажал. Короче, там фишка в том была, что кто-то там... Жена, походу, Себастьяна, не знаю кто, подобралась очень близко к разгадке. Так что... Так, сейчас мы глянем по оружию. Пистолет. А, дробовичок, емкость. Емкость пистолета можно. Емкость магазина, емкость у дробовика стоит 12000. Да вы охренели. Не, вот это качаем. В голову все прокачали. Урон будем копить. А, запасы, значит, спички, 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 шприцы. Все, гранаты можно еще. Спички, думаю, качнуть. Все, сойдет. Гранатки. Гранаты. Ну, давайте одну. А и для магнума нам не нужно. Я думаю, нужно для... Ну, если подумать. Гарпун. Зона замораживания. Так, это все. А, наносит поражение врагам дополнительно на 5 уровне, увеличивает урон огнем. Дополнительный урон. Давайте вот это качнем. И вот так. Чтобы 6 секунд было. Так, и давайте с заключиком сгоняем. Так. Там у нас карта. Вот это давайте. Банку давай. Блин. Ну да ладно, у меня по максимуму все. Кстати, вы заметили, нам почему-то не дают для снайперки. У меня вот это больше непонятку наводит на меня такую. Но зато у нас есть магнум. А, это уже хорошо. И очень много деталей. Ну, как сказать, много. Относительно много. Например, если мы будем делать гарпун, то детали нам просто хоть отбавляй, да, ну. Вот, а если мы будем там какой-нибудь криобол делать, то, конечно же. А, то, конечно же, маловато. Так, интересно, он перезаряжается. А, да это, так это магнум, да, нет? Не знаю. Ее поджечь можно? Да почему нельзя поджечь? Ух ты, ё-моё! Посмотрите, кто там. Увидел. Да иди сюда. Сдохнешь ты уже. Так, а что с этого-то, я не пойму. Слушайте, а он, получается, может эту оживить? А, Лауру или какой там?
Ну, конечно, не хотелось бы. Так. Лаг был какой-то непонятный. Тысячу давай. Как-то. Ну, его поджечь-то можно, нет? Нет, бутылку оставил. Ладно, давай, сейчас мы, знаешь, что сделаем? Бам! И вот так вот. Ибо сохранить патроны. Так, так, так. Ну, офигели, вообще ничего не дали. Ой, блин! Как-то она быстро, это, блин, ну... Что за капец? Что я... А! Ну, а? Так-то лучше. Ладно, возвращаемся к пистолету. Что тут делать-то? А, так, ну я так понимаю, бутылка нам уже не понадобится сейчас. Мы просто-напросто ее выкинем, нет? Да, бутылка там осталась, походу. Конечно же... Свинья... Что-то плохо видно. Ладно. Это еще что такое? Ну, как так-то? Ловушку-то не обезвредил. Почему? Непонятно. Опять! Ну, ладно. О, снайперская винтовка. Так, перезаряжаем. Нормально так дали, кстати. Так, вот там вот что-то... А, ну мина. Ну тут вон чуваки лежат, притворяются. А, мы можем этого снять. Бам! Либо... Да ёп. Да где ж ты? Круто. А, берем пистолет. Ровик, иди сюда. Идёт. По ногам стреляй, чтобы он упал. Чё с него дадут? Тысячу давай. Тысячу, тысячу. Хочу тысячу. Так, а вот этот... Я знаю. Мы это уже проходили, по-моему, в катакомбах. Нечто похожее было. А он дохлый. А вот этот вот не дохлый. И вон тот. Потому что, видите, там мины, и они не дадут нам просто так туда. Подожди, я тут что-то, по-моему, пропустил, нет? Ладно, может, что-то пропустил, но пофиг. Так. Если лучше на корточках. Так, детальку-то дают нам или нет? А, мне вот интересует, его можно поджечь будет? Офигеть, она реально быстрее стала. Я просто тогда, видимо, не ожидал, или я даже не знаю, что. Так, а что тут подобрать еще можно было? Бутылка, вроде еще что-то, нет? Да, наверное. Улегся тут.
Так, спички заканчиваются. Так, что-то с него выпало, по-моему. Да, е. 200. О, как знал. Как знали, точнее. Ну, всех чуваков неохота собирать. Да. А, вот тут я уже вижу ловушечку. Так это что такое? Не, вроде ничего. Ладно, надеюсь, там ничего нет такого. О, деталька. Так, здесь никаких минных ловушек нет, но они обычно должны гореть ярко. На растяжке, получается, надо смотреть. Так, тут... тут нельзя, и тут, я думаю, тоже. Ладно. Так. И капканчик мы еще из, по-моему, первой главы знаем уже этот трюк. Он же не совсем из первой главы, но там уже... недалеко, скажу вам. А, ловушки установил. Блин, надо было рвануть сразу. А может и можно? А где он? Да ёп! Офигенно. Срал, больше его б замочил скорее. Ёп твою. Это чё за нах... Ну-ка, дай-ка. Да где ты? Нет! Твою дивизию, а. Камикадзе. Одним словом. А я обезвредить-то можно? По-моему, можно. Но я, по-моему, в определенные моменты надо обезвреживать, то есть... никак назад не получится. Смотрите-ка, можно обезвредить. Ха, только детали из этого ни хрена не дают. Так что проще мимо их проходить. Ух ты, ё-моё. А эти, интересно, можно? Ё, вы посмотрите, сколько тут их. Блин, да что ж такое-то? Ладно. Шприц. А, не, надо было аптечку. Потому что восполним запас, так сказать. Кстати, тут бутылка, она, наверное, разбилась, да? Или она отлетела? Что тут подобрать можно было? Стоп. Кажется, это гарпун, да? А, банка. Тоже круто. Ладно. С этим мы знакомы уже. С этой фигней дробовичок мы не используем почему-то. Пока что. Так. Я чувствую свежий ветер. Смотрите. Gotta be a way to get up there somehow. Куда нам? Туда, что ли? Я не пойму, где это? А, вон он, да, точно. Я уже удержал. Так, ну сюда нам нельзя. Почему-то. А, ну вот. Отлично. Круто, мы его прокачали, пистолет, я считаю. Можно даже еще качнуть. По-моему, там можно. А, тогда он вообще будет пробивать даже этим, ну, маски эти. Мне кажется, с первого выстрела. Ну, могу ошибаться. Почему я использую пистолет, а не дробовик, да, скажете? Ну, пистолет как-то не то, да, дробовик круче. Ну, согласен, он может быть и круче, мощнее, но... все-таки
если дробовик закончится, мы, наверное, не сможем отбиваться пистолетом от... Потом уже. Я дробовик берегу на крайний случай. Круто. Только спички давайте ко мне. Йо, кажется, мы повстречаем сейчас с чем-то новым. Видите, какая-то блевотина. Офигеть. Нам, в принципе, не туда. Но, знаете, я вот думаю, можно ли нам туда перелезть. Давайте попробуем. Жах. Еще разочек. А, ну... Я надеюсь, он был... Мы потом перейдем к его стороне туда. На его сторону. Да что ж ты будешь делать-то?